Сегодня предоставлю еще один обзор внутри своей усадьбы. Меня просили сделать именно, что у меня внутри. Что в доме, что в бане, что в залах. Вот сейчас сегодня хочу это все показать. Вот я внутри дома своего гостевого. И сразу я в зале, в холле таком. Здесь в холле стоит такой стол на 8 персон. И дальше кухонька. Печка, она же котел, он же калорифер. Быстро нагревает, например. Если нужно зимой быстренько нагреть, я уже об этом говорил. В течение 15 минут дом может нагреть. И 4 комнаты. Комнатки. Вот такой вид имеет. Все одинаковые, симметрично сделаны. Как братья или сестры-близнецы. Двухспальная кроватка. Кровать, например, для дочки, там, для сына, бабушка, может, то угодно, например. И для ребенка на втором яру. То же самое здесь. Все аналогично, симметрично. Вот еще одна комнатка, уже третья, показываю. Не очень похожи. Здесь четвертая комнатка. Вот этот холл, зал с этой стороны видно. С большими зеркалами я сделал. Они такой объем добавляют. Здесь кухня, все, что нужно. Плитки, холодильники. Там дальше черный ход, и направо будет сауна, налево туалет с душевой. Сауна у меня с ясеня, с дуба, полки дубовые. Остальное ясень обшито, между ним темные вот эти досочки, подморенный дуб. Вот, это именно сауна. Не баня, поэтому нет тут никаких камней. Сауна очень быстро нагревается. И работает в основном только зимой. Или когда холодно, потому что какой смысл разогревать ее сейчас? Есть для этого баня у меня. Никаких здесь лаков, никаких покрытий, ничего. Все натуральная доска. Здесь именно туалет. Душевая. Здесь такая. Вот душевая. Все деревом. Ну и как обычно туалет. Да и раковина. Сюда вид с черного хода. Выход. С другой стороны мы на острове. Тут все загорожено. Там дальше видна кухня. Поварская. Потом покажу ее попозже. Сейчас поднимусь на второй этаж. Здесь на второй этаж такая лесенка ведет, дубовая, легкая лесенка. Здесь я тоже и перила, все отделал дубом. И дальше тоже лесенка идет на третий этаж, наверх. Еще на втором этаже у меня есть такая комнатка. Я ее, правда, не доделал, ну, в смысле, не оформил красиво, но есть. Здесь такой большой стол, разные полочки, пока еще лампочки стоят. Что говорит, строительство продолжается, но почти закончено. Я его пока застелил, так оно с ясеня сделано. Ясеневый стол. Комнаты похожие, как и на первом этаже, над ними такие, но немножко отличаются, они чуть побольше будут. Здесь двухспальная кроватка стоит, и там еще одна. Одна спальня. Ну, каждому, мало ли как, захочется втроем спать. Может, какие-то заказы бывают. А напротив, в комнате уже чисто двухспальная одна кровать. Вот это на
втором этаже. Ну и, соответственно, с этой стороны то же самое. Они похожи, симметричны, тоже односпальная. Здесь кроватка тоже будет какая-то по счету. Еще здесь, но здесь уже две двухспальных. Мало ли кому-то захочется, может, четыре по-разному. Поэтому тут уже нужно по желанию. Лесенка тоже здесь на третий этаж. Я поднимаюсь. На третьем этаже вот такая еще двухспальная кровать. Здесь, может, часто у меня бывают пары такие. Может, кто-то замуж захочет выйти. Так вот сюда прячется на третий, на самый верх. Здесь такая угловая кроватка. И такие наклонные стены под крышей. Ну, и вон на той стороне еще одна видна комната. Я уже туда не пойду. То же самое, похоже, идентично, симметричная. Ну, не говорю. Все идентичные и очень похожи пока. Вот такой спуск. С третьего этажа видно второй этаж, там дальше на первый. Так, спущусь, покажу дальше. Так, сейчас. Здесь у меня такой холл. На 6 столов даже стоит. Здесь можно потанцевать. Здесь там музыка. Разные огни, эффекты световые. Здесь прыгают, танцуют. Ну, сейчас тепло. Именно предпочитает здесь находиться. Тут человек на 30 места. Еще здесь имеется у меня зал большой. Человек до 50 можно разместить тоже. Вот этот зал. Тут большие столы, лавочки, все как. Тут и подпрыгать, потанцевать можно. Обычно его украшают хорошо, красиво, когда что можно. На крыше вот такие большие окна. Они открываются летом, когда очень жарко, чтобы дышало все. А так они еще дают хороший свет, красиво. И 4 комнатки. Летние комнаты здесь еще имеются. Если кто-то устанет, то, пожалуйста, могут сразу и в комнатке отдохнуть. Такие они. С этой стороны зал тоже. Он большой, 10 метров в длину, метров 5 в ширину, наверное. 50 квадратов где-то. Беседка на воде. Еще есть. Тут же мангал на месте сразу же. Пожарить, поварить, попарить. Еще есть колыба, называется, такая кухня. Сейчас туда зайду, погляжу. Печка здесь стоит тоже, она подкопченная, все такая русская. Здесь место тоже. Человек 7, человек 15 можно сесть за этот стол. Даже в крайнем случае здесь бывает, натопит зимой. А так, что-то режут тут, готовят. Пойду покажу кухню с другой стороны, поварскую так называемую. Вот здесь обычно жарит повар, если есть там кто-то хозяйничает, или я, например, то же самое. Большой мангал, такие специальные котлы, там казаны можно поставить и все. Шурпу варить, ну все, что надо. Жарить больше. Если на большой компании. Здесь еще беседа возле гостевого дома. С одной стороны на 2 стола. И с другой аналогичная тоже такая. Симметричная. Там детская площадочка видна. Для детей забава. Здесь мостик. И через воду можно в
попасть именно к бане. Вот сейчас пойдем туда, к баньке. Здесь еще беседка. И сразу над головой виден домик на дереве. Вон он там в листве. Вот тут тоже беседка, там тоже мангал дальше. Здесь все тоже возле бани. И можно выскочить где-то, пожарить, посидеть, отдохнуть. Так, и сюда у меня вход в баньку. Банька у меня старенькая уже. Вот здесь тоже предбанник имеется. Вот в предбаннике тоже большой стол. Я его делал когда-то из акации. Очень хорошее дерево для мебели, особо хорошее. И там дальше сама банька внутри. Здесь сразу справа душевая, котел сам. Там купель слева. Вот такая банька, говорю, еще раз напоминаю. Побывала, черт, она говорит, чуть еле спас ее, был пожар. Неудачно так, но слава богу, за это закоптилось довольно сильно. Но баня должна закопченная быть. Что это за баня, если она не подкопченная? Там парилочка. Парилка уже тоже подкопченная, конкретно аж прям темная, но ничего. Зато это не влияет на эффект попариться. Здесь подсвечивает, но камни видно немного. Вот такой у меня котел тоже с нержавейки. Быстро нагревается очень. Пойду я с бани уже. На улицу буду снова выходить. Ну, еще заберусь на это дерево там и, наверное, закончу вот все показания. Забираюсь, тут еще косит сосед. Такой гул стоит прямо. Траву косит, наверное, каким-то бензотриммером. И здесь я поднимаюсь. Я обычно люблю обзоры заканчивать именно отсюда. С самой высоты здесь все распустилось красиво. Вот кот у меня мой с ума сходит. Жижнимай как воет, ходит. Кошку все ищет. О, как поливает. Ну вот такой обзор. Кратенький. Что у меня внутри? Все-таки решил спуститься. Я еще не показал сеновал. Пойду, поэтому обязательно покажу сеновал. Тут еще и качельки есть. Вот, колыхнул их немножко. Вот там он, сейчас зайду, покажу наверх. Так, я на сеновале. Сейчас посмотрю. Здесь вот у меня сразу открывается сеном. Застелено, если кто-то желает, пожалуйста, можно здесь на сене отдохнуть. Всегда свеженькая. То же самое и на втором этаже. На втором там уже с окошком. Можно. Вот. И здесь вот такой сеновальчик тоже. Под стеклом. Застилается. И, пожалуйста, какой здесь запах обалденный. Все, здесь можно поспать. Все в дереве. Все натурально. Здесь такой запах, чтобы только слышали. Ну все. Окончательно все-таки. Всего хорошего. Все. Уложился ровно в 14 минут.